Илья Левков представляет интеллигентам, интеллектуалам и всем, кто любит читать, новинки издательства «Либерти». Издательство «Либерти» представляет вашего персонального раввина. Раввин Смол – обаятельный, умный и веселый. Всякий, кто читает Ветхий Завет, задается тысячами вопросов. Например, знаете ли вы, почему иудаизм – это больше, чем вероисповедание? Почему евреям вовсе не обязательно верить в чудеса, описанные в Библии? Чем еврейская молитва отличается от молитв в других религиях? В чем смысл любой заповеди? И почему нам дана пятая заповедь о почитании, а не о любви родителей? Почему столетиями народы считали евреев ленивыми? Это увлекательная и важная книга для всех членов вашей семьи. Заказывайте и дарите мудрости раввина Смола всем, каждому празднику. Ваше русскоязычное американское издательство «Либерти» предлагает вам лучшие книги на родном языке.